Всем привет! О госпитализации Ивана Краско сообщил продюсер и друг актера Вячеслав Смородинов. По его словам, легенде театра имени Комиссаржевской стало плохо несколько дней назад. Но от госпитализации он отказался. Сегодня мы привезли его в поликлинику, где ему провели все необходимые процедуры и сказали, что это инсульт. На скорой его отвезли в одну из лучших клиник Петербурга, центр Алмазова, говорит Смородинов. По его словам, Иван Иванович выглядел сильно уставшим и тяжело шел. Он смог описать свое состояние, но затем ему стало хуже, и медики приняли решение немедленно отвезти легенду сцены в клинику. Отметим, что Иван Иванович в теплую погоду проживает на даче под Петербургом, где к тому же пытается заниматься ремонтом. Во время холодов он возвращается в квартиру в центре Петербурга на набережной реки Фонтанки, которую оставил жене и детям после развода. Добавим, что недавно Краско вновь представил всему миру возлюбленную, которая, как и прежде, младше него. Пока что непонятно, будет ли у пары свадьба, но Наталья говорит, ей от любимого мужчины ничего не надо, она и сама хорошо зарабатывает и готова помогать ему. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!